Всем привет, с вами Лиса Ран и канал Минге. Сегодня по заказу снимаю я про актера Джи Чанук. Мне очень тоже нравится этот актер, даже он у меня состоит в списке моих любимых актеров. Мне очень понравилась его игра в «Хиллере». Ну что, давайте начнем. Джи Чанук родился 5 июля 1987 году. Актерский дебют Джи Чанука состоялся в 2007 году, когда он получил роль в фильме «Спящая красавица». Но известность пришла к нему благодаря ролям в исторической дораме «Воин Пэк Тон Су» и в семейной мелодраме «Улыбнись, Дон Хэ». Эта дорама получила высокий рейтинг просмотров в Корее. В том же году Чанук сыграл главную мужскую роль в проекте «Овощной магазин холостяка». Сериал основан на реальной истории успеха молодого Ли Янсока, который начал продавать овощи в небольшом магазине. Его популярность выросла после съемок в исторической дораме «Эпиран Трицаки». В 2014 году Чанук снялся в дораме «Целитель» или «Хиллер», которая приобрела популярность не только в Корее, но и в других странах. Теперь интересные факты. Рост 180 см, вес 65 кг, знак зодиака – рак. В школьные годы хотел стать инженером, хотя позже подумывал о карьере врача, учителя, адвоката или судьи. Чан Ук – единственный ребенок в семье. Любит смотреть кино, и хотя яркого предпочтения в жанрах у него нет. Один из любимых актеров – Брэд Питт. Да что такое, он у всех любимый актер. У Ли Мин Хо, у него и еще кого-то было. Свою первую зарплату от съемок в рекламе отдал маме. Мин Хо тоже так, кстати, сделал. Любит играть в StarCraft. В школе брал уроки игры на фортепиано. Мечтает научиться играть на гитаре. Исполнил саундтреки к дораме «Воин Пэк Тон Су», «Улыбнись, Дон Хэ», «Императрица Ки» и «Хиллер». Аминь, то манная. Ставьте лайки, подписывайтесь, будьте самыми лучшими подписчиками канала Минге. Спасибо за просмотр.